Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор от компании Falcon, модель DVR HD74 LCD. Поставляется видеорегистратор в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. В комплекте находится подробная инструкция по эксплуатации на разных языках. Также сам видеорегистратор. Видеорегистратор полностью из пластика состоит. Угол обзора камеры составляет 140 градусов. В верхней части находится разъем для установки крепления, мини-USB разъем, HDMI разъем. На всю заднюю часть расположился экран диагональю 3 дюйма. Кнопки включения и управления на торцах находятся. Слот под карту памяти microSD до 32 ГБ поддерживается. В нижней части находится кнопочка Reset и микрофон. По аксессуарам в комплекте находится адаптер питания в прикуриватель, USB кабель, крепление на присоске с поворотным шарниром и также гарантийный талон. Видеорегистратор мы сейчас подключим на питание и пройдемся по его меню. Видеорегистратор подключили на питание. В данном регистраторе используются три режима. Это режим видеосъемки, режим фотосъемки и просмотр уже записанных файлов. Заходим в режим меню. Первый пункт — это разрешение. Максимальное разрешение Full HD, минимальное HD. Далее цикл записи. Можно выставить 1, 3, 5 минут или выключить полностью. Далее настройка экспозиции, датчик движения, запись звука, штамп даты и времени на видеофайле и чувствительность датчика удара. На следующей странице настройка даты и времени, автовыключение, настройка включения, выключения экрана при записи видео, настройки звуковых сигналов, выбор языка, настройка частоты, форматирование карты памяти, сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения. При покупке на данный видеорегистратор обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость видеорегистратора вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.